Так, сегодня расскажу о креплении экшн-камеры. В принципе, это сделано из куска пенопласта. Это простейший вариант. Закреплено ремнем из аксессуаров к экшн-камере. Снимается это все у меня, в принципе, довольно-таки просто. И получаем вот такой вариант. В качестве сырья используется, я использовал кусок пенопласта от старого холодильника. Этот пенопласт не очень твердый, не очень рыхлый, в отличие от упаковочного. И, в общем-то, хорошо режется ножом. Конструкция довольно-таки простая. Камера переворачивается наоборот. Здесь у меня отверстие под включение. С этой стороны для записи. Ну и эти прорези для того, чтобы видеть, пошла запись или не пошла. Ну хотя так-то я обычно даже включаю ее просто когда достаю. Ну и нажал, вставил. Полетел. Ну а сейчас закрепляем ее на квадрокоптере. Делал все, в общем-то, на глаз. Никаких особых расчетов. Используется для взлета. Посадку произвожу в руку. И у нас уже пошла запись. Можно лететь. В общем-то, конструкция данного крепления экшн-камеры простая. Так-то у меня немножко более продвинутый вариант есть. Конструкция выглядит вот так. Если мы ее пошевелим, она как бы дополнительно имеет у меня движение. На этом заканчиваем. Всем всего доброго.